Давайте. У Всесвітньому клубі одеситів презентували сьому книгу одеського письменника Сергія Радченка «Приборкувач баранів». Сатиричний роман розповідає про одну добу в житті циркача, його дружини та її коханця. Мне когда-то Григорий Бакланов, такой замечательный был военный писатель, рассказывал, что никак не мог приступить к написанию своего романа «Пять земли», который потом был очень известен, да? И много лет после войны мучился, вот роман был в голове, а начать это писать он не мог, пока не придумалась случайно фраза «Жизнь на плацдарме начинается ночью». Вот он ее придумал, за 3 недели потом написал роман. Ну, у меня примерно так же. Что-то щелкает и все. Написал ее за 3 месяца. Да, вот, собственно, написал. Я считаю, что он один из самых талантливых писателей вот современной эпохи. Его язык ни на что не похож. Это нужно читать, в это нужно вникать. Эта книга дается не каждому. Она не для всех. Она для избранных, для самых лучших. А лучших у нас очень много. Есть книги и события. Я считаю, что выход этого романа – это событийная книга. Она больше, чем просто книга. Книг выходит много. Во-вторых, мы дружим с Сергеем Рядченко многие годы. Мы все, и Одесская библиотека, выпускали большой том Сергея Рядченко наряду с Дрошевичем, с Зазули, с писателями-классиками, Паустовским. Мы считаем его современным классиком. Он человек, который постепенно от романтической прозы, от прозы, скажем, битнической, перешел к постмодернистской прозе, как бы наследуя то, что делал Маркес, то, что когда-то делал Джойс и так далее. Это очень серьезная проза, которая могла бы занять свое место на всем пространстве бывшего Советского Союза. К сожалению, сегодня все связи порваны, и нам остается лишь поздравить его с тем, что он есть здесь, и он поставил совершенно жуткий эксперимент над собой. Можно ли состояться, стать большим писателем, не уезжая из этого города? Я считаю, что он достиг этого. Другое дело, кто об этом узнает. Вот мы стремимся, чтобы об этом узнали. Редакция.